счастливы, да усетим духа на Москва. Мы счастливы прочувствовать дух Москвы. От вчера сме в прекрасный музей на Скрябин. Вчера мы выступили в прекрасном музее, доме музея Скрябина. Което ни зарежда с една духовна култура, която носи цяла Русия. Мы смогли зарядиться той духовной культурой, которая есть в России. И сме счастливы това да продължи в един хубав концерт, в един истинский джаз-клуб. И мы счастливы, что у нас есть возможность продолжить концертом в одном настоящем, в этом настоящем джаз-клубе. Много сме счастливы и респектированы от името на Алексей Козлов. Мы счастливы и мы под впечатлением и с огромным уважением относимся к имени Алексея Козлова. За нас и честь да будем гости. Для нас честь быть гостями. Может быть, ако има желание, по-късно да изсвирим и нечто заедно. Если у хозяина будет желание, мы будем очень рады исполнить что-то вместе. Ще започнем програмата с... ще изсвирим предимно композиции от наши композиции от двата ни албума. В программе сегодня в основном прозвучат произведения из наших двух альбомов. Като първо искаме да изсвирим на един джаз валс, наречен Wandering Love, Любения скитник. Вначале прозвучит джаз валс, которому мы дали название Влюбленный странник. Коси Владигеров, пиано! Thank you.
Александр Андреев, Кыргызстан. Голяма чест за мен и радост е да се видим тази вечер с един наш много добър приятел, колега, голямо полско сърце. Большая честь для меня и большая радость сегодня играть здесь большим нашим хорошим другом, большим польским сердцем. Той се притеснява да каже, че не е истински джазмен. Он стесняется сказать, что он не настоящий джазмен. Но сърцето му говори друго. Но его сердце говорит о другом. Това е Томас Бабниц. Играем на следующую композицию, наша новая пластинка, называется For the Greatest and Little Things. Играем одна композиция на мой брат. Это базирована на одна родопская песен, Болгария, болгарская родопская песен. В основе следующей композиции родопская болгарская народная песня, которая пришла из Родоп, горы в Болгарии. Называется Смолянску ваклу девойче. Смоленск, Ваклу, Девочи, не переводится название песни. Можно перевести как «Красивая девушка из Родоп». Thank you.
Спасибо. Не е много типично за всяка композиция да се говори много, не сме свикнали, но може би, понеже за първ път свирим тук, да ви разкажем малко и за нашите неща. Мы не так часто говорим так много на концерте, но так как мы здесь выступаем впервые, хотелось бы рассказать немножко и о нас. Со сигурност музыката говори повече. Конечно, музыка говорит больше, но... Ну, няколко думи добавят цялата картина. Ну, несколько слов бы рассказали больше. Следващата композиция е писана от нас двамата, една от нашите първи композиции. Следващата композиция написали мы вдвоем с братом. Нарича се Джапанки в 9-8. Мы написали ее вдвоем с братом, это одна из наших первых совместных. И называется... Лифлоп? Шлепанцы. Шлепанцы. 7-8. Спасибо, благодаря. Наша первый дебютный альбом Wandering Love. Она вошла в наш дебютный альбом. Альбом. Thank you.
Сашку Валерьяу. Круто. Имаме настроение да свирим една композиция, която обикновено свирим за бис. Сейчас пришло настроение исполнить одну композицию, которая обычно звучит на бис. Посвятена на нечто, което е най-ценно, може би, в нашия живот. Она посвящена тому, что самое ценное в нашей жизни. Това са нашите деца. Это, конечно, наши дети. Нашето бъдеще. Наше бъдеще. Children's Smile е от нашия нов албум For the Greatest and Little Things. Детские улыбки – это композиция нашего нового альбома «Большие и маленькие вещи». Излезнула от сердцето на Коси. Это альбом из сердца Константина. И с малък поздрав за Ирина, благодаря, че ни помага с превод. Thank you.
Спасибо. Children's Smile. Искаме да поканим отново нашия прекрасен виолист Томас Вабниц. Хотели бы пригласить снова нашего прекрасного друга Томаса. Ще свирим една специална композиция от първия ни албум. Мы исполним одну очень специальную композицию из нашего первого альбома. Като към това имаме малко допълнение. Небольшое допълнение. Нашият дядо е един от най-големите български композитори, Панчо Владигеров. Наш дедушка Панчо Владигеров – это один из величайших българских композиторов. Надяваме се да успеем да помогнем да с нашата музика се опитваме да направим един малък мост, една традиция и да бръкнем дълбоко в корените. Мы надеемся, что с помощью нашей музыки мы соблюдаем эту традицию и стараемся наладить мост в прошлом. Композицията се казва ретроспектив. Композиция называется ретроспектива. Thank you.
Спасибо, дорогая Кирилла, Кирилла. Спасибо. Вам нравится. Thank you.
Спасибо. Спасибо, Болгария! Окей. Дружба. Дружба. За. Окей. Следующая композиция. Можно называем дружба с другими народами. Турки и болгари. Композиция называет Истанбул не может быть Не может стать Веной. Стамбул не может стать Веной. Это была пропаганда в Вене. Политическая пропаганда. В Вене была политическая акция. По всему городу были расклеены плакаты. Имаше по улице-то плакаты. Вена не может быть Истанбул. На которых было написано, Вена не может стать Истанбулом. Пожелаем ми. А не обърнахме, Истанбул не може да бъде Вена. А мы перевернули, у нас получилось, Истанбул не может стать Веной. Поканваме Томек Варниц. Уважаем Томека. Я забравил. Последняя композиция Swing Composition написал Пиели Регрен и называется Place du Tetre. Thank you.
Готови сме да изсвирим нещо с музиканти, ако има желание. Если музыканты в зале проявят желание, ребята с удовольствием бы что-то исполнили. Иначе ще последната ни композиция. Ну что, заказывайте. Окей. Если нет, то прозвучит последняя композиция. Окей. А, Чардаш, можно? Чардаш. Не. Нет, не сыграли. Майк Стерн не играли. Это. Окей. Майк Стерн, I know you.
We have CDs. The CD is for free, but autogram подпись cost 500 рублей.